В эфире информационного канала Севастополя программа «В контексте». Сегодня говорим о роли женщины в казачестве. У нас в студии представитель Севастопольского казачьего округа Екатерина Миронова. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Давайте, наверное, зайдем издалека и поговорим все-таки о каких-то, скажем, исторических фактах. Да? В принципе, откуда казаки в Севастополе? Этот вопрос не раз уже поднимался. Да, сейчас граждане многие нам задают такой вопрос, потому что вот в связи с присоединением Крыма к Российской Федерации, об этом стали говорить и на законодательном уровне. Uh-huh. Идет процесс реабилитации репрессированных народов, вот это звучит везде и всюду, по телевидению, и граждане стали задавать такой, как бы им кажется, вполне законный вопрос, а откуда здесь казаки, и думают, что казаки приехали сюда в огромных количествах, значит, а что на самом деле не так? Ответ этот на этот вопрос довольно прост. Казаки здесь жили, как обычные граждане Севастополя. В частности, вот наша община, она процентов на 60 состоит из граждан Севастополя, которые здесь проживают. Угу. Кто с рождения, кто когда-то приехал в детском возрасте. Поэтому ничего удивительного в появлении казаков в Севастополе нет. Просто они обнаружили себя в связи с тем, что идет официальная политика реабилитации репрессированных народов, которая в государстве Украины, к сожалению, не проводилась. И не проводится, насколько известно. Поэтому сейчас это все вышло вот на такой вот уровень государственный. Вот. А на самом деле мы все здесь жили, работали всегда. И даже занимались нашей обычной деятельностью, военно-патриотическим воспитанием. И поддерживаем, сохраним наших традиций национальных и культуры. Просто это было не так явно видно, наверное. Хотя многие помнят наверняка, как часто наша церковь приглашала нас на обеспечение охраны там, крестных ходов или каких-то религиозных мероприятий. Казаки очень часто принимали участие и довольно эффективно себя показали. Вот самая главная тема нашей встречи, да, это все-таки роль женщины в казачестве. Вы как сама, как представитель казачьего округа, расскажите в целом, да, можно, наверное, издалека сначала зайти, какая роль раньше была у женщины в казачестве и чем-то ли она отличается от современного мира? Ну, роль женщины как в казачестве, как и в целом, она была, есть и остается. Это надежный тыл казака-воина. Но казачки, в силу того, что они выходили замуж за людей определенного рода занятий, определенного характера, это были люди вольные, свободные, привыкшие там, биться за справедливость, вот, и защищавшие границы, часто оказывающиеся на передовой, в авангарде. Соответственно, у них сформировались и жены, и женские традиции. Потому Конечно. Что они, казачки, часто оставались одни на хозяйстве. Были периоды, когда казаки служили пожизненно, буквально вот до самой смерти находились на службе. И казачкам приходилось делать всю работу, и мужскую, и женскую. И в результате мы знаем исторические свидетельства того, что они свободно чувствовали себя в перестрелках, в боевых действиях. Потому что, опять же, находясь на границе, постоянно станицы подвергались нападениям соседей воинствующих, горцев, черкесов. Мы знаем, как и насколько эти народы опасны в своем, когда они вот, совершают набеги, захваты. Вот, и часто станицы очень страдали от этого. И это было постоянно. Это было каждый день. Люди жили под угрозой. Это было очень тяжело. Поэтому казачки они сформировались как такие волевые женщины, которые могут вынести все и могут встать наравне со станичниками, защищать станицы. Такие случаи были. Вот, наурские щи, наверное, турки запомнили надолго и до сих пор, наверное, помнят еще, как отразили старики, женщины и дети, отразили атаки турок-кабардинцев и татар мужественно, их даже поливали щами, как бы там кипящими на голову, то есть был такой факт. Вот. Потом известен подвиг неженских казачек, которые отражали атаки шведов от города Нежина, и Петр даже пожаловал им такое право носить мужские казацкие шапки, что вообще сейчас любому казаку скажи, это неслыханно будет, как эта женщина оденет. Но, тем не менее, такой факт на государственном уровне был отмечен. Вот. Ну и еще мы знаем случаи героизма единичные, когда казачки воевали среди казаков, воинов, там, переодевшись в мужское платье, потому что женщин не брали в армию. Угу. Ну это и понятно, дело женщины совсем другое. И я, несмотря на то, что я в погонах, я все равно заявляю о том, что это единичные случаи должны быть. То есть дело женщины – это тыл. Казак должен знать, что у него… Вот даже среди казаков же есть поговорка – были бы казачки, а казаки будут. И при этом женщины готовы воевать наравне с мужчинами в казачьем обществе. Да, женщины, естественно, они
продолжает эту традицию нести, что женщина может свободно взять в руки оружие и защищаться, если нет рядом мужчины, и часто же так и оказывалось. Вот. И сейчас на государственном уровне нет никаких препятствий к этому, и многие девушки идут с удовольствием, и в современное время более даже востребованы, возможно, не боевые качества женщины, а административные. Угу. Скажем так, потому что не все мужчины, например, могут и хотят где-то обивать пороги, добиваться, писать письма, писать бумаги, заниматься бухгалтерией там, и вот всей вот этой вот бумажной работой. А сейчас, согласитесь, да, от взаимоотношений, так скажем, там, выстрелов, побед, захватов, территорий, все перешло в область бумаг, переписки деловой, дипломатии, то есть где нужно вот обладать какими-то такими качествами, а казаки, они все-таки больше такой... боевые люди, воины по натуре своей, и вот эти бумажные не всем они присущи. Ну, сейчас экономика, политика, да, да, преобладает, да. Но дай бог, что мы живем все-таки под мирным небом, да, немного в современном мире все-таки о роли женщины в казачестве. Вот на данный момент это что, патриотическое воспитание, та же работа, как в целом казачий округ, да, проводит? Вот это, да, это та самая, скорее, административная работа, плюс женщины занимаются и национальной культурой, и сохранением наших традиций. Все-таки казачество уже сформировалось как национально-культурная общность, угу. Вот, поэтому у нее уже есть четкие традиции, культура свои, там, обычаи, песни даже, диалекты, вот, и это нужно все сохранять и нести, и женщина занимается в основном воспитанием детей. И это все она передает детям, и дети дальше это несут, и все вот эта женщина этим тоже занимается. Вот. Ну, то есть патриотическое воспитание своих же детей там, да, и вообще, да, окружающих. Да. То есть, а вот вы сами лично чем занимаетесь в казачестве? Проводите патриотическую работу? Я занимаюсь документами, я казначей. Как раз то, так. Что не очень любят мужчины делать. Вот как раз то, что вы озвучивали, то, да? Чем то, я что говорила, сейчас да. Востребовано, скажем так. Востребовано, это да. Нудная такая работа, скрупулезная, не очень-то и боевая, скажем так, и интересная, но она необходима в нынешнем мире, где многое... Без этого никуда? Да, да, без никуда этого никак. Это учет, и вот такая вот это пересчет, составление бумаг, там всяческих разных писем, общение с органами на уровне на таком... в официальном, поэтому вот я этим занимаюсь с удовольствием, и я не стремлюсь к каким-то там афишированием своей деятельности даже. Ну вот ваше личное мнение, насколько важна роль женщины в казачестве и в целом, насколько важно вообще казачество для города и для страны в целом? Я опять же повторюсь, что были бы казачки, а казаки будут. Наше дело обеспечивать казакам возможность выполнять свое дело. То есть когда у казака надежный тыл, когда у него в хозяйстве все в порядке, у него растут дети, он знает, что дома все будет в порядке, даже если его не будет очень много лет, например, бывает и такое, угу. Тогда казак может быть спокоен, и вот именно наши традиции тогда сохранятся и будут приумножаться, казачий род, вот, и все будет тогда в порядке. И ну, казаки... Это такой и остается таким же авангардом, так сказать, совестью народа, борцами за справедливость. То есть когда одно дело, когда ты служишь, допустим, в армии, потому что есть призыв, потому что это угу. Нужно, это нормально, когда люди служат, ну, понимая, что они должны находиться в армии, должны отдать долг государству. Казаки же — это воины по своей как бы, природе, по своему вольному такому вот, волеизъявлению своему. Вот. И находясь, будучи воинами по природе, это, вот это всегда люди, на которых можно рассчитывать, на которые российское государство может всегда рассчитывать, что это защита в самых горячих местах, в самых неожиданных. То есть они всегда в напряжении, они всегда, что называется, вот во всем внимании. Они все время мониторят обстановку, то есть они все время на этой передовой находятся, даже ну, в мирное казаков время. Не нужно заставлять что-то да, делать, да. Это личные инициативы всегда идут. Да, 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 это исходит изнутри. Вот. Ну, как вот вы видите в перспективе все-таки казачество в будущем? Должно же как-то развиваться, наверное, и все-таки поднять какие-то определенные аспекты жизни и государства? Я думаю, что казачество будет дальше развиваться, все-таки оформляться, укрепляться, как вот это культурно-этническое сообщество, угу. Поскольку это уже свершилось, это нужно сохранять и приумножать, и давать этому возможность. И знакомить граждан России с этой культурой больше, привлекать именно казаков, которые вот природные казаки, вот их поднимать, чтобы они показывали эту культуру, демонстрировали, чтобы люди это видели. Они, допустим, не заниматься поголовным набором в казачье общество всех подряд, там надо это, не нужно. То есть вот это нужно. Нужно обратить особое внимание на казачью культуру.
и национальные наши традиции. Ну вот, а казачьи традиции в современном мире, они все, в принципе, исполняются, скажем так, да? Но. То есть все их используют и в современном мире, эти традиции? Основу, да, конечно, уже там с шашками на конях ты особенно не... Ну понятно, да. Какие-то и в современном мире... В некоторой национальной одежде очень тяжело ходить даже, то есть это, ну, многослойность, это вот черта старинной национальной одежды, мы сейчас все это как-то унифицируем, но мы это можем показать где-то на соответствующих мероприятиях. А в целом основа казачества, как вот добровольного такого, я бы так сказала, это православные воины по доброй воле, по своему призванию, по своему внутреннему содержанию, это воин. Угу. Он воин и в духовной сфере, и в общественной жизни, и вот в плане просто элементарных там, боевых действий каких-то. То есть это в целом, это вот воины и воинское такое сообщество. Поэтому вот эти традиции, они сохраняются и остаются. А с точки зрения вот женщина и мужчина, да, в казачестве, какие-то есть у них разноплановые традиции, скажем? Ну, мужчины какие-то свои, у женщины свои? Или это все, в принципе, одинаково, скажем так? Ну, они похожи с обычным, ну, с мировым сообществом. Все это, конечно, перекликается. Но просто женщины, казачки, они отличаются вот именно тем, что они свободны, спокойно могут взять на себя полностью весь семейный быт и обеспечение, и защиту семьи, даже находясь вот в каких-то селах, там, отдаленных от города местах, где все это сложно делать. Вот. И плюс они, ну, если коснуться чисто женской стороны, казачки, они очень были всегда аккуратны, они до щегольства у них доходило, они прекрасно были всегда одеты, со вкусом, очень богато. Вот, и всегда в домах у них была чистота идеальная. Это отмечали историки, этнографы прошлых веков. Это, это задокументировано, скажем так. Вот, это их отличало. Плюс остры на язык, конечно же, они были. И очень недоверчиво относились к чужим. Вот, отметили некоторые этнографы, отмечали, что они очень так настороженно относились. Но это все в силу того, что они постоянно жили под всяческими угрозами со стороны соседей, врагов. Ну, опять же, это, скажем так, правильная позиция и политика, потому что если в доме тепло и уютно, значит, и мужчина может добиться большего, да, если его дома ждет, скажем так, совершенно теплый верно. Ужин, да, и уютная атмосфера. Совершенно верно, да. Да, спасибо большое, Екатерина, за то, что вы пришли к нам в студию и рассказали эту информацию. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя. Я напоминаю, мы говорили с представителем Севастопольского казачьего округа Екатериной Мироновой. До встречи в эфире.